Всем привет! Вот получил интересный вопрос от пользователя, что ну что-то у него там глючит, и файлик потерянный он не может восстановить, а он ему очень нужен. Значит, и просит, значит, там сделать видео, как восстановить данные, если Linux очень глючит. Ну, первое. Просто можно записать на флешку. Элементарно. Официальный дистрибутив любого Linux Mint, который вам, как говорится, там нравится. Через файловый менеджер зайти. Ну, давайте я, допустим, файлик вот этот какой-нибудь там. Ну, папочку создам. Вот, например, папка, да? Значит, ну, давайте вот пойдем на рабочий стол. Вот файлик, папка и все то, что в нем, как говорится, содержится. Ну, так вот, берете, копируете. И сохраняете все это дело на любом другом разделе жесткого диска или на внешнем жестком диске, где у вас, как говорится, есть местечко. Вот и все. Не надо никаких там, как говорится, там стенаний там и так далее. О том, что, значит, что-то там можно. Или, вернее, не можно восстановить. Просто-напросто копируйте на флешку любую версию там Минта, там X-Face, KED, Mate, Cinnamon, без разницы. Важно добраться просто до файлового менеджера. И в файловом менеджере вот вы всегда свой файлик, там папку, там и что угодно, вы всегда сможете восстановить. Ну, думаю, что вопрос этот я осветил, и всем все понятно. Поэтому, значит, вот пользователю я хочу просто посоветовать, что, ну, почаще вы бываете на сайте, ну, вот посмотрите, вот есть сайт. Не считайте там себя самым там умным, разумным. Вот, есть основы и есть уроки для начинающих. Ну, возьмите вы их, ну, посмотрите, ну, не поленитесь. И много здесь чего есть и по программам, там, и по операционным системам и так далее. Ну, просто не поленитесь. Ну, вот и все. Ну, ладно, я желаю всем всего самого доброго, всяческих успехов и удач, и до новых встреч.